Друзья, к курсу обучения идет такая книга. Книга косметолога-эстетиста. Очень подробная, с мастер-классами. Такие протоколы идут полностью в схемах, как работать на аппарате Дермапен, как определять типы кожи, памятки, подробные инструкции по уходу, также про мезоампулы. Как мы их используем, протоколы процедур по лечению волос, акне, пигментация, растительный ботокс, растительный липолитик. Такие вот важные памятки для клиентов, протокол лечения пигментации, далее протокол 9-ступенчатой процедуры омоложения, различные мезоампулки, масочки, назначение SPF, кремов, альгинатные масочки, для чего нужны сыворотки, классический массаж, массаж гуаша, лифтинг, массаж на асимметрию лица, лечебные массажи, также на мимические морщинки, разные лайфхаки по лечению акне, пигментации, протокол по лечению высыпаний, акне, рекомендации. Также очень много пилинги для домашнего ухода. Пилинги на работу в кабинете. Различные уходовые процедуры, розацея, протоколы чисточки лица, процедуры BB-Glow, 8-ступенчатое лечение BB-Glow. Также по аппаратам косметолога, это LED-масочки, также фарфоровая куколка, фанофорез, LED-терапия. Подробно про дезинфекцию кабинета. Тоже все полностью расписываем. Такая процедура, как карбокситерапия, пилинги различного вида. Также как мы их проводим. Протоколы пилингов. Памятка по лечению пилингов. Какие все сезоны, какие по осенне-зимнему периоду, универсальные пилинги. 6 видов пилингов здесь разбирается, даже не 6, а больше. Это и молочный, и фитиновый, это азелаиновый пилинг, CLA пилинг, ретиноловый пилинг, бустеры, гиалуроновые, сыворотка идет по процедуре, фарфоровая куколка, подробно по профанофорез, тейпирование лица. Также по тейпам подробно я рассказываю, показываю все в схемках, как можно избавиться от морщинок с помощью тейпов. Рекомендации по работе с клиентами. Также рекомендации по оформлению своей инстаграм-странички для вашего удобства. Стартовый набор косметолога, рекомендации по тому, что необходимо начинающему косметологу. Информационное согласие клиента, которое вы можете распечатать, расксерить и оставить себе в кабинете для клиентов, чтобы они знали, что делать после процедуры, до процедуры и так далее. Далее, карта клиента, которую вы также можете распечатать и использовать в своем кабинете. Ваши цели на этот год. Также по масочкам разные рекомендации и другие тоже такие мотивирующие вещи для вас. Тоже можете это узнать из данной книги. Данная книга протоколов. Это протоколы мои личные наработочки, с которыми я с вами делюсь. И можно использовать данную книгу как шпаргалочку в кабинете. Данная книга идет к курсу обучения, который вы можете получить также после, пройдя курс обучения на косметолога-эстета.